Представители Меджлиса крымско-татарского народа продолжают настаивать на необходимости энергетической блокады Крыма. В то же время украинские чиновники пока не готовы пойти на такой шаг. Опасаются, что отключение энергоснабжения полуострова может спровоцировать ответные действия с российской стороны. Тобто велика ймовірність того, що будуть відповідні вжити заходи з боку Росії про блокування постачання вугілля на українські електростанції. Постачання електроенергії до Криму – це є важель в руках України впливу на ситуацію. Але крім цього важелю треба враховувати всі інші. Лідер кримських татар Мустафа Джемілів увіряє, кримчани, які залишаються вірними Україні, готові терпіти неудобства ради скорейшої деокупації полуострова. Такой же готовности участники гражданской блокады Крыма ожидают и от жителей материковой Украины. Наши доводы, почему люди, проживающие в оккупированной территории, но сохраняющие верность своей стране, готовы к этой блокаде, сами призывают, чтобы скорее это было проведено, они готовы терпеть какие-то лишения, а почему же в северных, скажем, областях Украины должны там создавать какие-то проблемы, если там будет какое-то время прерывано электричество. Пока вопрос энергоблокады Крыма остается на уровне заявлений политиков и участников акции на админгранице с полуостровом. В Меджлисе отмечают, энергоблокада должна состояться, но не руками активистов, а решением украинских властей, которым пока не хватает для этого политической воли.